помнишь, да? Да. 23 февраля просто про то, как он важен. Ну, я, во-первых, значит, что хочу сказать. Я служил в армии 1.5 года. Уже после окончания театрального училища я был уже молодым отцом, у меня была семья, я был достаточно известным артистом. Мне было 24 года, когда я был призван в ряды вооруженных сил Советского Союза. Я ни секунды не жалею о том, что я эти 1.5 года провел в армии, потому что для меня это был очень полезный опыт. И действительно, несмотря на то, что я был достаточно взрослым человеком, я возмужал в армии. Я многое приобрел, не только в профессиональном смысле, но и в человеческом. И, конечно, для меня День защитника Отечества – это не просто праздник, а там, красный, значит, день календаря, но это и мой тоже отчасти праздник, потому что у меня в воинском билете написано «рядовой пожарный». Так что вот я еще и пожар научился тушить в армии. Вот. Я поздравляю всех мужчин с этим праздником. Конечно, это в том числе повод просто поздравить мужчин с нашим мужским праздником, потому что защитник Отечества, конечно, это мужская работа, это мужская профессия. Как мы знаем, в этом известном фильме «Офицер» есть такая профессия — родину защищать. Так вот, я поздравляю всех военнослужащих, всех защитников Отечества с этим замечательным нашим всенародным праздником.